На общественном совете Петропавловска утвердили бюджет на предстоящие 3 года. Еще один актуальный вопрос – уточнение тарифа по вывозу твердых бытовых отходов. Изменить цену на коммунальную услугу или завалить город мусором? Какое решение приняли? Смотрим сюжет. В 2022 году налоги пополнят казну на сумму более 17 миллиардов тенге. Неналоговые доходы составят 63 миллиона. По соцналогу вопрос. Значит, с учетом того, что минимальная заработная плата выросла на 40% в 2022 году, да, 3 года она не менялась, 42 500 было с 2019 года, а сейчас будет 60 тысяч. Как это повлияло, в общем-то, на расчеты по соцналогу? Положительные цифры 8,5 миллиардов предоставили, но... Данные предоставлены у нас с управления УГД по городу Петропавловску. То есть, предположительно, пока видят такие цифры. Рассмотрели на заседании проект по уточнению тарифа по вывозу твердых бытовых отходов. Ежедневно на полигон их вывозят более 150 тонн. От мусороперерабатывающих предприятий неоднократно поступают обращения о рассмотрении вопроса повышения тарифа на сбор и транспортировку отходов. Рентабельность предприятий изучили. Действующий тариф не покрывает их расходы. Совместно с мусороперерабатывающим предприятием было принято решение вынести на рассмотрение следующие тарифы. Для населения благоустроенного сектора 350 тенге с человека, неблагоустроенный сектор 380 тенге с человека. Для юридических лиц 2900 тенге за 1 кубический метр. Цены, особенно на горючие смазочные материалы, неимоверно выросли по сравнению с прошлым периодом, с прошлым годом. И, в общем-то, все прямые затраты очень выросли. Зарплата там тоже оставляет желать лучшего, и подсобно-вспомогательного персонала, и водителей. Поэтому это острая необходимость сегодня срочно принять этот тариф, иначе мы завалим город мусором. Новый тариф позволит мусороперерабатывающим предприятиям своевременно и качественно оказывать свою работу. Анна Куликова, итоги дня.